Начинаем наш репортаж. Вот мы тут все собрались и уже минут сколько? 70? 75 где-то ждем кого-то, да? Женю. Евгению. Евгения. Евгения у нас здесь. Ну, и все. Евгений. Евгений. Где Евгений? Серьезная. Прохваты с Романом Курбатовым.
да. Туда? Проще. Упал, сучка! Так, моя попытка номер 5. Николай в поисках искры. Так, пыльник, сальник. Сейчас подшипник пойдет.
Сколько уровень масла должен быть в свечном колодце? Что, потом, если что, как то полный, да? Фарисочку? Надо второй. Тут красота происходит. Yeah.
Пацаны, где Гачук? Быстро говорите. Вон, вон торчит там где-то, вон. Вот этот? Да. Да. Вон там, смотри, как классно, видишь, вон каньон. Видишь, нет? А что, дальше туда едем? Обратно. Газу, газу, газу!
Катись вон 2 метра до ровной площадки, чтобы я инерцию взять. Так, это что, пятятка, я в этом шарю. А я согласен. Да, да. А я так и не попробовала, чтобы да не поставила. Он не поймет. Да нет, сейчас попробую. Нет. Карабкается, заявись. Давай, давай, давай. Александр, это красиво. Так просто на расслабоне заехал. А то же парни такое устраивали. Сань, проезжай дальше. Зрители, блять, пропустил. Зрители собрались. Так, разбегаемся. О, говорит, не могу, не могу. Так, и КЙО. Была ошибка. Давай. Защита уже все телепается. А, тут еще могу разбраться. Ее надо снять вообще ему, чтобы рюкзак я убрал. Тоже нормально. Чё, ты заебался? Да пиздец. Продает байкеры. Всё, ну его нахер доиндорит. Чё, за 15 надо продашь открутить, здесь? Надо снять эту кутрель. Подожди, руль, вы это... Подождите, пацаны, вот так. Всё, теперь... Так давай. А давай в эту-то, за туда. Кому-то его надо? Ну? Да вон камень не забирай. А она тебе в руку залезет потом. Давай, вот ещё чё. Там хоть нейтралка включена, или да, что-то.
Не, ну охуеть! Ну улыбайтесь, пошел! Где наш император? Женя, иди сюда скорее к нам! Бля, ты надо убрать! А? Вот так вот все ходите. Все, улыбайтесь, я уже давно не фоткаю. Где наш император? Алик, что там, блогер, где это? Надо вас пустить где-то, да? Что, ты устала? Что ты падаешь-то везде? Что ты падаешь? Это Сашка из Дуромания. Это Женька, тоже оттуда же. А это Дуб. Да, Дуб здоровый.
надо ждать, чтобы, блядь, не упиздили они тут.